Зато как круто будет наблюдать за тем, когда будут прилетать подписчики. Я, кстати, хотел бы еще сделать реально такой сервис, который встречал бы гостей, какие-нибудь минивенчики и какие-нибудь, для трансфера. И, естественно, какие-нибудь машины для квестовых игр. Самый главный вопрос, ребят, конечно же, у всех, это в плане доната. В каждой, понятное дело, там игре, в каждом своем деле есть донат. На базе, грубо говоря, тоже будет, грубо говоря, как донат. Ну, доната не будет, конечно. Деньги просить не будем, естественно. Но сориентировать вас по ценовой категории, сколько будет стоить это все удовольствие, ребят, я, к сожалению, этим точно заниматься не буду. Я не смогу это даже, сейчас уж точно сказать. Единственное, что, вот одно из моих пожеланий, это чтобы база плюс-минус хотя бы себя, чуть по чуть окупала. Это в плане того, чтобы, знаете, вот персонал, этот персонал нужно поддерживать. То есть уборочные там, возможно, какие-то даже будут поварешки. Там, правда, до столовой нам как до луны пешком нужно хотя бы сделать домики. Вот, но персонал будет, это 100%. Потом квестовых персонажей сколько будет? Огромное количество. Замечательно! Ах, ребята, вы гении! Вот, я даже сейчас подозреваю, что будут, кстати, на базе работать знакомые лица вам всем. Понятно, это ребята из бригады там, да, дай бог, если, кто-то уйдет или распадемся, потому что время идет, кто-то, скажем, остается, кто-то отсеивается, но, в принципе, никому из ребят нет претензий, это 100%, потому что каждый по-своему реально молодец, даже если вспоминать того же самого Юру, Хому, кого мы еще можем вспомнить. Асмона, конечно, вспоминаем как бы и хорошим словом, но то, что он сделал, это, конечно же, есть плохо. Поэтому тут больше негативный момент, чем позитивный. Ой, ребят, я извиняюсь, что-то начал икать. Сейчас прокатимся до этой самой, до тюряшки. Так, бросим тачку здесь. Кстати, что-то мало, да, народу? Что-то, видимо, обновка прошла. Пацаны, если что, я погнал в тюрягу. Сможем мы пробраться? Кто знает потайные пути, как в тюрягу пробраться? У меня нету этой самой, обновите Windows, прикиньте. Я только что это заметил, офигеть. А как так? Как оно так сработало? Так. А это кто приехал, кстати, на таком Урале? Ом. Походу, этот Урал, кстати, продается. Я видел, кстати, на Авито тоже такой Урал. За 15 лямов, что ли, он стоит в настоящей жизни. Опа, у меня получилось. Так. Вот и все. Вот и, пожалуйста, мы на территории. Чик. Давайте оценим обстановку. Тихо-тихо, пацаны, прячьтесь. Может быть, тут есть эти самые часовые. Ребят, не забывайте, что мы играем на 12-м сервере. Вводите мой ник при регистрации, он даст вам хорошие бонусы. Только что, кстати, раздал достаточно такое количество денег ребятам. Вот, на 4-м я раздаю еще больше денег, потому что у меня там реально много денег. А на 12-м так, чуть по чуть. Но делаю это не прям часто, так что имейте в виду, чтобы без особых претензий, без предъяв. Так, я случайно куда-то упал, теперь моя задача выйти отсюда. Радует, что колючка, которая вот нависает, она не убавляет жизни. Вот это прям вообще мне нравится. Классно. Вот эти нивы, я не знаю, баги, да? Первый раз я такого вижу. Неужели такие нивы в реальной жизни существуют? Больше похоже, как нивы из парка юрского периода. Чё ж у меня этот парк юрского периода? Да что ж такое? Последнее время что-то я прям на это самое... А, вот лестница, господи, вот я идиот. Информация. Это что у нас, прогулочный дворик какой-то, да? Вот прикиньте, в настоящих тюрьмах... Фу, я, ну... Это я имею в виду, не дай бог, чтобы туда попасть... Вот, но мне даже интересно, вот для чего вот это, например? Вот зачем оно нужно? Если тюрьма сделана по мотивам реальной жизни, зачем этот отсек? Тут ладно, типа на машине можно поехать. Давайте тачку какую-нибудь сделаем реально. Душа. БМВ. О, инкассацию! Она больше похожа. Воу! Вообще нормально, в тему. Даже никто не предъявит.
Да-да-да, садись. О, вот это больше мы похожи на надзирателей, на каких-то, на инкассации чисто катаемся. Так, мы подъехали к КПП, а что-то возле КПП и никого нету. Мусор валяется, бычки, сигареты. Ой, ребят, чувствую я, что черный дельфин захворал. Ничего страшного, хотя как бы, ну, нихуя. Хотя здесь есть какой-то транспорт местного персонала. Он же сюда как-то заехал. Так, украинские номера здесь. ЕКХ 37 048 регион. Мощно. А мы тем временем по беспределу катаемся на Буханыче. На инкассаторе. Хрен кто пробьет наш инкассатор, он же ведь бронированный. Попробуем поехать на другую часть этой тюрьмы и посмотреть, что там происходит. Так, здесь мы были, отсюда только приехали. Ой, КамАЗы. Ну, КамАЗы я уже видел, мы с Арменчиком тут что-то какую-то суету наводили, было прикольно. ШИЗО ПТК. Кто знает, как это расшифровывать. Если был бы Женя рядом, Джоникс, он бы помог бы с расшифровкой. Это что, тоже все прогулочное? Да я не поверю. Прогулочное они наверняка по-другому выглядят. Мы сейчас уйдем в офлайн, сейчас мы чуть-чуть покатаемся. Уйдем в офлайн и точно будем знать, как выглядят прогулочные дворики. Потому что, скорее всего, вот эти тропинки, это тропинки часового. Ребят, сейчас будет тоже маленький такой эксклюзивчик, кому интересно. Я когда служил в армии, я был дежурным по КПП, а до этого был помощник дежурного по КПП. И я ходил по точно таким же тропиночкам. Я, короче, служил на РЛС-ке. Кто хочет, может даже пробить. Не знаю, но, наверное, это уже не секретная информация. Скоро 10 лет пройдет. На самом-то деле, капец, какой я старый. Так, а куда я выехал? А, нифига, куда мы выехали, ребят? То есть мы уже преодолели одни ворота. Но вторые ворота мы тоже вряд ли преодолели. Откройте ворота, пацаны. Кто может открыть ворота? А как они выходят? Никак. По-моему, эти ворота в принципе не открываются. Пацаны, вы слышите меня, пацаны? Короче, я когда служил на РЛС-ке, есть РЛС Воронеж, есть РЛС... Блин, я забыл, как нашего называется. Ой! Палево! Ай! Я понял! А нет! Только менты могут так сделать! Ебать! О, спасибо, спасибо! Благодарю! Спасибо большое. А то мы застряли теперь. Теперь валим, пацаны. Так надо только своих бродяг забрать. Быстрее, 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 пока их менты не повязали. Садитесь, садитесь, садитесь. Быстрее, пока без палива мы тут. Есть место там? Прыгайте. Смотрите, как все тут поместились. Ля! Ля, бандиты! Хорош, наша бригада, наша братва-то. И валим, валим, валим побыстрее. Так, тут мы вряд ли переедем. Или переедем? Нет, не переедем. Тут все-таки глубоко. А нет! Давай, пожалуйста, давай, 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 давай! Давай, делай, делай! Она заводится, она едет! Это же Буханка, это же русский мобиль. Нам чисто по бережку. Она задыхается, но едет. Так, жизни у меня не уходят. Ребят, вот это эксперимент. По миллиметру, но мы заезжаем на бугор. Да! Да! Охренеть! Давай, 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 давай. Ребята, это было капец как интересно. Охренеть. Умеете, могете просто. Просто, как в реальной жизни, мне очень понравилось. Так, ну теперь главное не съехать, вы просто посмотрите, что творит Буханка. Это как это, Юра Волков на этом, как его, на УАЗике через реку проезжала. Сейчас напомнил мне этот видос, кто не смотрел, посмотрите обязательно, прикольно он там замутил. Так, довольно-таки, кстати, рискованно. Была бы у нас такая речка, я бы тоже что-нибудь такую промутил бы, чего нет. Но у нас таких речушек нету, блин. Так, 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 давай, 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 чуть-чуть покарабкаемся, давай, пошла, родная. Ну, 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 делай, 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 делай. Давай, 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 нет! Ну, тут уже не смешно, ребят. Я думаю, ехать дальше нет никакого смысла, хотя нет, есть. Я увидел, там есть камни. Все нормально, едем, едем.
все нормально, едем дальше. Ну в этом же есть, наверное, какой-то смысл, что разрабы сделали не моментальное погружение, скажем так. У нас тут целый оффроуд образовался. О, все, ребят, кажись, мы приехали. Вот, вон там мы точно сможем выехать. Видите тот причал вдалеке? Тихо, тихо. Блин, тут уже глубоко. Но если проехать на скорости, мы сможем это сделать. Погнали! Нет, ребят. Нет. Давай, давай. Давай, давай, не глушись. Не глушись, только не глушись, пожалуйста. Только не глушись! О, нет! Охренеть! За это время мы, кенты, немножко устали, машина утонула, и они сами утонули. Ребят, я сердечно прошу у вас прощения, потому что я реально отвлекся на запись. Ой, а это что тут делает? А кто ее сюда, мою М8-ю? Мою маленькую малышку? Кто ее сюда засунул в натуре? Ладненько, чё, друзья, блин, немножко побаловались с вами, немножко покатались, поиграли, покумекали. Обязательно зайдем еще вечером, тоже покатаемся, поиграем. Ну а сегодня день, время у нас, блин, час по моему времени, уже 2 часа, 3 часа по Москве. Очень много дел, ребята, о которых вы обязательно узнаете у меня в основных роликах. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока. Увидимся на хасте. Речь идет об автомобиле. Для вас это будет большой секрет. Пока что, вот буквально сейчас вот пару секунд осталось, и вы сразу увидите. Я тоже надеюсь, что я не разочаруюсь, именно эта машина. Ну, там прям номера, там с номерами выложили, это легенда. Короче, мы едем мне сейчас прямо за легендой. Дальше, прямо. Которой я владел 8 лет назад. Только представьте. И вот здесь вот направо. Это продал, слышь, братан, я ее 8 лет назад. Да. А в семье у нас эта машина около 20, ты представляешь? Ну, да. Владел-то семье... сначала дедушка. Короче, дом. Это трындец. Вот он дом. Где? Братан, это он.